Андрей Андреевич Пенковский, политолог и журналист, уже к нам присоединился. Андрей Андреевич, рада приветствовать. Приветствую. Добрый день, Каролина. Тут со мной еще Юрий Кулинич, мой коллега, А вот скажите, Андрей Андреевич. Приветствую. А для чего все-таки Шойгу подписал этот приказ? Потому что, ну, ведь не было догадаться, что все-таки Пригожин будет максимально этому сопротивляться и уж точно не пристанет с радостью на вот такую идею. Ну а сколько можно равнодушно слушать обещание повесить вас на, я имею в виду, шайгу на Красной площади, ведь именно э, это ужас предназначает э, Пригожин Шайгу. Ну это целый год продолжаются публичные обвинения, оскорбления Шойгу, Герасиму. Я бы задал другой вопрос. Почему, почему Пригожин до сих пор не убит? Ну, э, мы видим, что предпринимал, оказывается, уже Министерство обороны такие попытки вот из этого инцидента с полковником Веневитовым. Ну, я считаю, мне, у меня ответ на этот вопрос таков, чтобы Пригожин стоят достаточно влиятельной силы. Он является фронтменом достаточно серьезной группы людей во власти России, которые поняли, что война проиграна. И в общем, обратите внимание, к чему ведет вся риторика Пригожина. Там же не только обвинения личные э, Шайгу Герасима. Ну давайте я вам напомню такие вот цитаты: "Не мы" придумали эту спецоперацию, не мы развязали эту, эту безмозгую, ну дальше следует выражение, которое я не могу здесь цитировать в эфире войну, солдаты, которые бросили в эту трагедию, должны порвать задницы тем, кто это организовал. Вот же, Фактически он ведет к признанию поражения в этой войне. И причем ведет как раз ту аудиторию, которая является ну, самыми, так сказать, долбанными патриотами. Он же герой этой публики. Вот недавний опрос, сегодняшний опрос показал, что в социальных сетях в конфликте с Минобороны Пригожина поддерживает 80% подпис... участников этих дискуссий. Цель это достаточно влиятельной группировки. Ну, это же те же идеи высказал недавно такой заклятый враг Украины, как Затулин. Он повторял те же тезисы пригвозные, что война проиграна, Украина всегда останется независимой, она никогда не будет нейтральной, она всегда будет союзником НАТО. Эти люди хотят прекратить войну, э, обвинив в поражение Генштаб, Министерство обороны, олигархов, олигархов э, живущих на Рублевке. они решают, они поняли, что война проиграна, и решают важнейшую для них задачу – сохранить власть и собственность в проигранной войне после проигрыша войны России. Рецепт для этого объ... назначат предателей, виновных в этой войне. Андрей Андреевич, но ну, если мы вот сейчас наблюдаем да возрастание определенной силы под названием Евгений Пригожин и в частности тех людей, которые за ним могут стоять, а где они будут черпать ресурс и в частности я имею в виду силовой для того, чтобы в этом противостоянии иметь шансы на успех, потому что оно ну, противник с... у тебя, это... да да. Это самый важный вопрос. Я думаю, что это так называемое то, что я называю глубинное КГБ. Ну прежде всего это Третье управление ФСБ, военная контрразведка. Ну и ее поиск предательства генералов, это является ее профессиональным занятием. Я, если бы он не, не опирался на эти силы, он был бы давно уже ликвидирован. Ну и кроме того, мы видим переход к нему статусных публичных политиков, как фактически те же повторяет Затурин. И мне кажется, что он опирается даже на поддержку такой ключевой фигуры в окружении путина как юрий ковальчук кстати юрий ковальчук все время был куратором пригожины способствовал по появлению возвышения его империи. Юлий Ковальчук, один из идеологов этой войны, он внушил Путину безумный план вообще мирового господства. Ведь с этого же начинали, э, начинал крем помните, в декабре с ультиматума 30 странам НАТО собираете монетки, выбираете Но сейчас он понял, что, к сожалению, этот великий замысел не реализовался. Нужно решать другие задачи. Сохранение, повторяю, власти и собственности в, про в проигравшей войне. В стране. Тоши это достаточно, мне кажется, серьезная группировка. И что вот интересно, Шагу, Шойгу пытается сохранить имидж на фоне наступательных операций украинской армии. Об этом свидетельствует его такая высокая публичная активность на протяжении минувшей недели. По крайней мере, так считают британской разведки. В своих комментариях министр обороны России восхвалял якобы вот некоторый там успех обороны занятых позиций армии России и преувеличивал, конечно же, в разы э, потери украинской армии. У нас есть цитата, давайте слышим. Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт. Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержания положительного имиджа перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников. Из сообщения Министерства обороны Великобритании в Твиттер. Вот интересно тоже по поводу оборонной промышленности в России. Мы еще в начале нашего эфира с российным экспертом обсуждали о том, что в принципе потенциал этой промышленности абсолютно не таков, как заявляют в самой России. И как вы считаете, вот этот вот пафос он для того, чтобы затянуть время каким-то образом выиграть и, и отсрочить, собственно, свою судьбу, которая вероятно уже предрешена вместе с поражением России? Или для чего этот пафос? Или это просто игра на каких-то эмоциях, игра просто на публике? для успокоения внутренней аудитории в России? Да что вы, Пафос Шойгу, А что вы скажете о Пафосе главнокомандующего? Вот уж ее поведение действительно смехотворно. Выскочить выскочить на арену таким бодрячком в первый день операции главнокомандующего второй армии в мире. Правда, генерал Тони Блинкин справедливо заметил, что это уже вторая армия в Украине. Но сейчас с этим не согласен Пригожин. Он, наверное, считает уже Министерство обороны третьей армией в Украине. Да, но вылезти на командующего и пафосно рассказывать о трех уничтоженных, уничтоженных э, танках «Леопард», из которых два оказалось потом, как выяснилось, комбайнами. Это показывает вот то почти паническое состояние ожидания хороших новостей, которых нет и нет уже месяцами. Но вот он э, выпрыгнул с этими тремя и, извините ошибка по Фрейду с тремя леопардами. И куда-то снова затаился под корягу. А новости пошли каждый день гораздо менее. Я вот украинский генштаб молчит. основной я лично информацию черпаю основную из так называемых легендарных военкоров, таких уже агалтевых ненавистников Украины. И вот она становится все более и более для них тревожной. Я думаю, глубоко символично, что первый освобожденный населенный пункт в результате украинского наступления носит имя «Благодатное». Я, к сожалению, не, не знаю, как это звучит по-украински, но, но это действительно символично. Ну, смысл тот же практически, да, вот как-то схожий с украинским, если перевести. Андрей Андреевич, возвращаясь к истории по поводу всех добровольцев под Минобороны, да, определить, И, как я понимаю, что вот одним из первых, воюющим в Украине, да, против нашей страны, вот таким так называемым добровольческим формированием, которое, собственно, подписало эту историю с да, Минобороны, стал вот этот чеченский отряд Ахмат, соответственно. Да, там были представители, да, все так снимали, они подписи ставили и так далее, и так далее. Вот. И у меня возникает вопрос. А вот в этой истории, да, вот этих всех лагерей, которые друг друга ненавидят, и... Которые готовы сажать друг друга. А, сам Рамзан Ахматович и его силы, которые, соответственно, под ним находятся, вот, он, они тоже, вот это говорит о том, что они определились, да, с кем они и против кого. Вы знаете, они определились, Рамзан Ахматович определился с, с тем, что он за себя. Вот все эти, все, это же, мы больше говорим, да, о Пригожине, немножко о Кадырове, как о примерах этих ВЧК, но мы же знаем, что их уже возникло более... Около четырех десятков. Это небывалое явление в истории войны. ну На примере того же острейшего конфликта при Гожине Министерства обороны мы видим, что эти структуры ЧВК они не, не помогают решению войны, проблем войны с Украиной, они мешают. Они создаются для этого. И, как я уже сказал, все э, обладающие ресурсами властью люди уже поняли, что война проиграна. Они создают ВЧК не для войны с Украиной, а для будущей, я бы сказал, гражданской, но в России не может быть гражданской войны, нет граждан, мафиозной войны. Вот почти как по ленинским заветам, война империалистическая перерастает в войну мафиозную, которая, которая вот эти 20 ЧВК, ну и в них, ну, прежде всего, на первом плане, при будут участвовать в том предстоящем громадном черном переделе собственности, ведь с уходом в случае поражения войны путинскому клану придется уйти от власти, и тем самым громадная собственность в стране остается бесхозной. Вот об этом думают люди. А после войны и об этом же думает Кадыров, только в своем личном аспекте. Он думает, как удержать ему власть в Чечне. Известно же, что все самые его м -м, такие боеспособные структуры уже переведены в Чечню, и они перестали уже тиктоки снимать в Украине для него. Во-первых, он прекрасно знает, что все русские силовики его ненавидят. you <laughs> что он держится на какой личной унии с Путиным. Путин выплачивает Чечне громадную дань, как проигравший войну в Чечне. Ну и за это Кадыров демонстрирует ему лояльность. Первое, что сделают силовики после поражения и после ухода Путина, это попытаются расправиться с Кадыровым. А кроме того, у него масса и своих недоброжелателей, кровников внутри Чечни. Не все были довольны этой сделкой его с Путиным. Поэтому он решает уже задачу сохранения власти в Чечне, а остальные ЧВК наметились вот на власти и собственности в постпутинской России и готовы за эти активы сражаться. Очень интересную, удачную формулировку вы обозначили. Мафиозная война внутри самой России. И ведь э, называют два самых вероятных сценария, когда может начаться такая война. Э, после смерти Путина и после полного проигрыша России в войне в Украине. Не обязательно, что эти два события, смерть Путина, возможно, и проигрыш России, э, могут идти параллельно. Существует ли, по вашему мнению, все-таки третий сценарий? Как вы считаете, вот такая мафиозная война, может ли она все-таки начаться до того, как полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, закончится. Ведь вот такая мафиозная война, она могла бы, возможно, и ускорить завершение российской агрессии, конкретно в Украине. Я абсолютно с этим согласен. Более того, я скажу, ну вот смотрите, вот то напряжение, это обмен любезностями, уже убийствами, ударами, взрывами, арестами между генштабом и и Пригожин таков, что это уже может взорваться в любой момент. Я считаю, что в этой ситуации триггером этой войны, ну, которая приведет к странению Путина, и, как вы справедливо заметили, к быстрому поражению России, станет первый такой э, значимый политический и психологический успех украинского Союза. Ну, например, взятие того же Бахмута, которое, ну, неизбежно, конечно, в результате этой пересменки, которая сознательно э, Зате э, пригожин, чтобы создать себе нарратив: я вот освободил Бахмут, а Министерство обороны вот бездарный Шойгу своими генералами снова его потеряли. Или успех, который сейчас ждут или на Донецком, или на Запорожском направлении, взятие, например, Мелитополя. Вот такой крупный успех, он, он и станет, обрушит окончательно систему власти Путина именно благодаря вот этому тому глубочайшему внутреннему конфликту. Андрей Андреевич, а давайте, знаете, с вами Еще далее вот эту мысль как-то а, Попробуем развить И в частности, а, смотрите Вот такую информацию к нашему обсуждению Один из бойцов ЧВК Вагнер отказался От обмена пленными и перешел в ряды Русского добровольческого корпуса Это подтвердил и сам главарь Вагнеровцев Евгений Пригожин Он назвал его предателем И намекнул на традиционный метод расправы в ЧВК В таких случаях кувалд, Да, кувалд, да, кувалд, да. Ну как показывает практика Это означает жестокое убийство Да, и мы понимаем, о чем вообще идет речь Но в целом да, не сколько об этом кейсе, а сколько о прецеденте, тот, который э, мы наблюдаем сейчас и в Белгородской области при участии Легиона Свободы России Русского Добровольческого Корпуса. Да, как это влияет да, на дальнейшее развитие событий? И как вы видите на э, возможный сценарий при участии вооруженной российской оппозиции, цель которых освободить, по сути, Россию от нынешнего правления путинского режима? Это... Единственное, чем, на мой взгляд, должна заниматься сейчас российская оппозиция, это стать политическим крылом вот этих добровольческих армий, российского добровольческого корпуса и легиона, легиона свободной России. Это важно прежде всего для будущего России. Сейчас масса идет дискуссий на тему возможного развала России. Но вот есть силы на Западе, которые, пытаясь сократить поддержку Украины, пугают за западного обывателя, вот там будет страшный развал, неуправляемая гражданская, я вот поправляю, если она будет, она будет мафиозная война, русская смута и так далее. Но вот как раз единственный способ это предотвратить такое катастрофическое развитие событий, это появление Русского появление русских вооруженных сил, которые станут союзниками Украины. Вот пока эти силы достаточно малы. Хотя успешно было тратить Белгородскую область. Тут у меня возникает ассоциация с Францией во Второй мировой войне. Вот сражающаяся Франция, которую руководил Деголь, она в честном отношении была недостаточно, не очень велика. И, в общем-то, честно говоря, вклад сражающихся Франции в победу союзников был невелик. Но он сыграл громадную роль для самой Франции. Он помог ей сохраниться э, после победы. Вот единственный шанс России э, найти какое-то свое место э, в международном сообществе государств после неизбежной победы Украины и ее союзников, это стать, стать их союзником. Вот эту роль антипутинскую может выполнить это. Поэтому я вот все свои скромные силы в рядах нашей оппозиции использовали для того, чтобы направить ее именно в этом направлении, в, этом, в эту перспективу, а не для подписания бесконечного количества деклараций. И я бы призывал тоже украинскую сторону обратить внимание на поддержку этого движения. Ну, возможно, возможно же пополнение этого корпуса. Вот в результате наступления Украины будет громадное количество русских пленных, один из неизбежных. Так, может быть, разрешить тому же добровольческому корпусу и российской оппозиции вести агитацию среди этих пленных за вступление в российский добровольческий корпус. Он может э обеспечить для России ну, какое-то место в семье будущих народов после, после победы союзников, а не унылую роль значит, проигравшего все э, фашистского режима, э, беспрерывно озабоченного только, э, и Россия будет интересовать тогда ее соседи только в плане э, без, э, взятия с нее огромных репараций и суда над военными преступниками, а никакой позитивной силы там не будет. Единственное, вот будущее России как союзника, той же Украины и цивилизованного мира, оно лежит только в успехе вот этих добровольческих формирований в Украине.